Смирно! Равнение на середину. Товарищ глава администрации, военно-патриотический клуб «Виктория», гимназия номер один имени Героя Советского Союза Николая Тимофеевича Антошкина приветствует вас, командир отделения «Альков Юрий». Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ глава администрации! Гимназия номер один носит имя Героя Советского Союза Николая Тимофеевича Антошкина. В образовательном учреждении стараются быть достойными имени прославленного земляка. Поэтому патриотическому воспитанию здесь уделяется особое внимание. Результатом работы в том числе можно назвать победы военного патриотического клуба гимназии в городских, республиканских и всероссийских смотрах строя и песни. Сегодня ребята встречали почетных гостей. Мероприятие посетили глава администрации Борис Беляев, депутаты Госдумы Российской Федерации Алексей Изотов и Рамзил Ишсарин, а также начальник отдела военного комиссариата Республики Андрей Пронин. Для приглашенных учащиеся подготовили концертную программу. Мероприятия ежегодные. Его целью является на примере героев России изучение истории Отечества, формирование у школьников чувства верности своей родине. Гимназисты представили музыкальные композиции. Ну и почетные гости с удовольствием посмотрели выступление по строевой подготовке ВПК «Виктория». Далее состоялось открытие зала славы и достижений. Он располагается на втором этаже образовательного учреждения. В церемонии приняли участие почетные гости. Кроме фотоматериалов и наград, здесь установили интерактивную панель. По ней можно будет ознакомиться со всей деятельностью гимназии, о достижениях педагогов и учащихся. Директор образовательного учреждения Ольга Музюкина рассказала о предстоящей работе по патриотическому воспитанию. В частности, дан старт маршу поисково-исследовательской экспедиции «Свою историю». Историю создаем сами. Также состоялась церемония вручения удостоверений курсантам, вступившим в этом году в военно-патриотический клуб. Ребята признаются, навыки, приобретенные в клубе, пригодятся им в армии. Поскольку они изучают историю, проходят строевую подготовку и большое внимание уделяют физическому развитию. Сегодня было все торжественно, красиво. То, что, например, мы получили удостоверения всякие, то, что как бы это уже первые, первый подход уже как бы к армии. В нашем клубе воспитываются настоящие патриоты. То есть не только любовь к родине воспитывается, а воля, сила, также физической подготовке уделяется внимание большое. Своими выступлениями курсанты показали высокое мастерство. Встреча завершилась общим фото, который пополнит архив образовательного учреждения.